Утром венгерский орангутан постелил себе постель. Его французская жена сбила ее, когда он ушел на работу. Орангутан поставил свой обед в духовку. Его французская жена нарочно его сожгла. Венгерский орангутан лег в постель и попытался уснуть. Его французская жена включила громкую музыку. У этой пары были противоположные взгляды буквально на все. Французская жена хотела жить. Тем временем во Франции полицейские постучали в дверь к отцу и матери, чтобы сообщить им плохие новости. Что случилось, офицеры? Вашу дочь жестоко убил орангутан. О нет, сказали они. Полицейские ушли. Они сняли свои маски, и оказалось, что это были венгерский орангутан и его французская жена. Они поцеловались, а потом был свет.